Пейзаж за окном сменился с ноябрьских туманов и мороси на зимнее покрывало, которое укутало город Брест. Однако синоптики прогнозируют, что такое продлится недолго. Но даже если снега не будет, то света в городе над Бугом будет предостаточно. Ведь брестская ДЭП знает свое дело. Яркий, разноцветный, пропитанный духом Нового года наряд уже сегодня примеряет на себя наш город. На самом деле эта задача непростая. Каждый год он должен не просто уступать в красоте убранства себе прошлогоднему, а становиться только красивее, интереснее, необычнее, ну и, конечно же, важно удивить брестчан. На сегодняшний день практически уже все, иллюминация по городу Бреста подходит к завершению. Практически все установлено, остались незначительные штрихи, которые мы доделываем. Ну, установлена она, как правило, улица Московская, улица Машерова, Ленина, Октябрьской революции. Ну и в микрорайонах, соответственно, елки и украшения. Действительно, проделанная работа сотрудников предприятия «Брестская ДЭП» налицо. Каждый день они подключали новое световое оборудование, создавая ту самую, такую необходимую нам всем волшебную атмосферу. А сегодня с уверенностью можно сказать, что город Брест оформлен новогодней иллюминацией на все 100%. От прошлых годов она отличается прежде всего площадь Ленина. Она будет иметь совсем другой вид и украшена совсем по-другому. Дальше мы немножко добавили иллюминации. Въезд в город, стела изменила свою подсветку, немножко добавили Кобринский мост. Ну, и вот иллюминации не было у нас по Октябрьской революции. В этом году немножко подсветен и Октябрьской революции. Проводятся работы по украшению города на площади. Где-то в районе 500 гирлянд будет. Уйдет на обмотку конструкций металлических. Ну, будем стараться успеть все в сроки. Такого опыта по работе еще у нас не было, поэтому, ну, стараемся. Специалисты Брестская ДЭП завершили работу по установке всей новогодней иллюминации еще вчера. А прямо сейчас проходит открытие главной елки. И к этому моменту город уже сияет всеми огнями, чтобы черный водяной кролик, который по восточному календарю будет покровителем 23-го года, точно не заблудился и заглянул в Брест на огонек.